Я оказался здесь, в ловушке, в этом кошмаре. Я пишу вам, чтобы спастись от него. Каждое мое слово — это шаг вперед, во тьму. Я рад, что вы занимаетесь этим делом вместе со мной, Андерсон. Это как раз то, что вам нужно. Жертвой был один из их собственных соплеменников. Это специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. Так значит, вы были знакомы с нашей жертвой? Это всего лишь слухи, только слухи. Он охотился за одним писателем. Кто-то знал, что они здесь. Играл с ними в какую-то игру. Убийца оставил сообщение. Это для нас с вами. Этот текст посвящен именно нам. Мы все попали в ловушку какой-то страшной истории. Эта страшная история хотела, чтобы мы умерли. Я кое о чем упускаю из виду. У меня есть кое-что очень важное. Что-то здесь не так. А теперь полегче. Перво-наперво скажите, как вас зовут?